Я долго искал балерину на роль Катарины в «Укрощении строптивой», ведь от нее зависит судьба всего этого спектакля. Честно говоря, я совсем не думал о Кате Кирсановой, но когда я увидел ее танец, почувствовал – это она. Ее характер, ее сила, ее темперамент – она меня убедила. Бороться за эту роль, за право работы с этим прекрасным хореографом. Она не просто получила эту роль, она ее завоевала. И это была честная победа. Теперь я уже точно знаю, моя Катарина именно такая. Без нее мой спектакль просто невозможен. Катарина, она очень близка мне по жизни. Она такая, какая она есть. Она всегда говорит в лицо только правду. Если она не хочет, она молчит. И она настоящая. Она борется за право женщин быть такой, какой она хочет быть. Театр – это тоже борьба, это тоже выживание. Катарина сама ему поддалась уже в какой-то степени, потому что, конечно, она его полюбила с первого взгляда. Они оба почувствовали с первой встречи, что они родные, родные души. Скажем так, она дала себя укротить. Да, пожалуй, она меня укротила.